даже не... Так, прям с этого момента засекаю 2 часа. А, ты хочешь, чтобы я сел в машину и меня... Так, я каски раздаю, протопол. Страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Так, сейчас если не будет БДК любого на выбор, который на фул затанчит, я вас кикну 2 ДК. Сова, я писала, наверное, раз в 5. Ты мне точно не получишь. Я смотрю в оба в ДД. Я тебе уже дал, я и думаю, что вы под... можете решить, кто из вас будет танчить. Давай ты танчи, Лен. А списал я... в ДД, потому что ты меня не услышал. А я смотрю, шурупец в танке получил ходит. Я... За то, что машину тебе передал. Ага. Знаю я твои. Так, отойдите. Отойдите, отойдите. Сейчас вот нутро пусть огромный. Нет, я офигел, проси у Вани. Офни звук. Я не дам тебе машину. Угу. Мелких не бейте, пусть он собирает пока там. Подведите к ним, не убегайте к ним. Подведу сейчас. Хильте утроба. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Вот это, ребята, это то, что вы в ДД бегаете. Поэтому такое случается. Нет, просто зачем-то пошли агрить большого, когда тут вообще никого нет, никого не присумонили. Зачем вы вообще пошли? Да тут 3 человека не в инсте. Не знаю, я обычно удостовериваюсь в том, что есть хилы, а я не успел это сделать. Сейчас мы повторяемся, у кого 200 ИП не будет. А что ты меня закинул на верхний канал, или кто там сделал? Это поднимать кого? Да, я будет попросил, чтобы ты звук отключил. Какой звук? Ну, типа машину кому-то там собирался давать. А, сейчас, подожди, я ничего никому не собирался давать, чтобы попросили машину дать. Я уже дал человеку, и он мою машину на штрафстоянку завез, молодец. Ха-ха. Ну там, типа, еще, типа, если передавать машину пьяному человеку, типа, и меня бы тоже лишили, там все обошлось. Так, никто дальше не бежит. Никто дальше не бежит, ресы. Кто из вас танчит? Я. Что-то у меня запагалось, что у меня 3 печеньки висит на людей. Пошли, агрим. Кокон на протоколе. А чё, мы в 5 хилов, что ли? Кстати, да, блин. Чё-то нас слишком дофига. Я могу... Я оставляю 2 спектра. Ну да, 5 хилов. А буль в РК? Да, в РК. Блять, 3 друля, и ты спекаешь шприца. Да, лучше одного други-то как бы. Давай спекайся.
Давайте быстрее. Где за стенку? Бафом утроп каски, волшебные кулаки, Марлин Кресты. Баф даем, уже сейчас начнем. Ай, да сука. Алло. Плюс в ПМ кому истерию кидать. Пришлите, кому нужны осколки, пожалуйста. Кто на осколки Камы первый ты выясняете, заходите за линию, сразу быстрее фулбаф. Ну я по очереди первый. Ну вот ник не узнаете. 3 эрдру, залейте ману. Ну или 2 эрдру, залейте ману шаману. Заходите за линию. Сейчас, подожди, я посмотрю, кто там первый. Да, Эмили. Все, Эмили, заходите за линию. Никто не остается по ту сторону. Чек на кто умирает, не ролите ничего до 40. А? Понял. Начинайте танки. Стой, блин. Рыбка. Давайте, Гера. Что делает золотая? Блять. Или нормально? Да, нормально. Вкусно? Угу. Thank you.
Воль, тебе надо кому-то? Если че, я тут могу фила. Ой, этого мусола. Тут три лаза. Хилы вы тут? Да. Я вижу, шаман там бежит. О, у меня столько хп. Давайте спикнем одного друида, пока будет не слышно. Дай потом. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее иной путь. Вы, блин, устроили, Аллах Акбар. Для нашего господина... Ты дух не продался. Ничего невозможно. Так лучше, чтобы вы смотрели, у вас и не обуви было, и не денег, и обувь выставила, которых никто не носит. А так я продал и в перспективе забрал деньги. Ну, его надо покупать. Так, а эти деньги Паша, повернутся в любом Паша, случае. Паша, включи активацию голосом. Всем привет. Здорово. Здорово. Беги, малышка, беги! О, нет, точно не полный дом. Мага там в лестнице, лежит на лесенке. Ставьте места у руконя, ауру защиты от темной магии. Паладинов. Сливайте каплю с пула. Да, не забудьте каплю с пула слить сразу же. И сливать ее по КД. Он успел бы до Каспия крутить? Или здесь как здесь два танка танчит? В два танка. Был я зеленку прожал, все равно законтролила. В контроле так просто сейчас не дашь. Вот в чем суть. Что? Ты в контроле не дашь зеленку. Для чего я проживаю? Не, так я раньше дал. Ты дал раньше зеленку для того, чтобы повесить ее на КД. Чтобы под контролем не дать зеленку. Чтобы тебя рейд. А, я думал, эта хуйня защищает. Стоп, стоп ДПС, сейчас помощники. Надо ничего стоп. Стоп ДПС. Надо ничего стоп. Окей. Окей. У меня ДБМ наш неправильный. Сзади милики убейте. А приходили ко мне в комнату, блин. Давайте.
противиться моей воле! Капли сейчас откидаешься. Сука, я пил. Жизнь, боль. Нету пива. Да не, клавиатуру я раздел, сука. Пахнет будет. Что, бесконечное расстояние может пробежать? Ваша смерть неизбежна. Кто выше на осколки, Бакс или Эмили? Не белый король. Эмили. Эмили выше всех. Это вот я, если что, соус пекнулся. Обратно спекайся. Благодарю духов, что они послали нам вас. Смиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрим. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Алло. Алло, алло. Угу. Да-да-да. Слышно, перезвони. Хорошо, я потом гляну. Да не, мне ноутбук маме, мне не себе. Эй, подарок хочу сделать. Хорошо. Да нет, такие ноутбуки не надо. Мне ноутбук желательно, знаешь, а с расценкой там 1000, 1500, ну 2 можно 1000, ладно. Не, не доллары, ты что, наши белорусских. Мне такой желательно подобрать, да и все. Ну хорошо, ты покидай селки, а потом... Две левые пушки, быстро сели кто-то. Да. Быстро. Хорошо. Да, спасибо большое, удачи. Ну вот эту тоже пушку сели, вот это не занято. Пушка, пушка справа, ставь сел быстро кто-нибудь. Быстро, сел, быстро сели. Я сяду. Да я сяду, стой. Я хочу сесть, блять. Спасибо. Блять, Эмили. Ты ноутбук убираешь? Ну, это маме подарок хочу сделать. О, бля, сейчас подождите, приду срочно. Я на 8 марта типа ничего не подарил, потому что я сначала хотел одно, потом, оказывается, мамка купила это. Потом второе хотел, потом, оказывается, мамка и второе купила, просто она ждала посылки.
И вот сейчас... Может, она ноутбук купила уже? Не, ноутбук не купила. Сама себе подарки покупает. Но сейчас ноутбук не купила, так я вот ей ноутбук заказывал. Настя ноутбук хотела. Так подожди недельку, не купи. Да не, я... Поморозку скоро готовьтесь перелетать. Я завтра или послезавтра буду поеду покупать ноутбук. Ноутбук или ноутбук? Ноутбук игровой. Игровой? Игровой? Чё, да. Она будет с вами играть? Не, она будет играть там свои приложения. Там, ну знаешь, типа она в Одноклассниках. Полетели обратно. И там всякие эти фермы, вот такая вот типа залупа. Я его свой отослать, а ты в бок не можешь. Не. Если ее заставить в нашу ВТУ-вку играть, я думаю, она офигеет. От Джерриона, блядь. Трэш появился. Да, Джерриан сразу, блядь. Это все, ну. Мамку твою в рейды водил. Да. Я потом бы ему поводил бы. Не, она в такие игры не любит играть. Вот ферма, что там еще? Ну, такое, знаешь. Во что мы не играем в основном. Так это приложение ВКонтакте и Одноклассники. Полетели обратно. Можно, да? Но он смотрел производителей. Так. Quaker Bell, Asus, E-Machine и HP. На HP он сказал. Мне брат шарит еще хорошо в ноутбуках. Брат очень шарит еще хорошо. Компания. Не, ну тот человек. Давайте разрешайтесь пушки. Он программист. Прям поэтому попросил. Тоже шарит довольно хорошо. Так он хороший ноутбук. Он сказал, будет летать. Как автомобиль. А сколько берешь? За 1000-1500 он смотрит. Нормально. Это же не рубли. Белорусские рубли. Ну да. Не, он сколько там? Там? Сколько? Здесь? Это сколько получается? А это 750 баксов. 30 тысяч. 40. Не, ну смотри, какой, если 1000, то я... Ну да, это где-то 33 тысячи российских. Я точно не помню уже. Слава, ГЦ стримей. Да чё упало? Ну, счёты же. Он сегодня же забрал кристалл, и теперь ещё и счёты забрал. Классно. А ты чё, на хила идёшь? Уже и кота отдел, кажись, и сейчас медведя отбивает. Так ты ж на хила идёшь или на этого? Сами счёты тоже были бы нужны, я бы на ОВ паролил. Не, он пойдёт на хила идёт. Не знаю, но я пока читаю, он ничего не писал, на кого он идет. Шерел, зачем он писать? А, ну да, то есть, а мне не надо знать, да? Я не тебе знаю. До этого я знаю, вот, Слава шел на Мишку. Слава, ты на кого идешь, на Хила, либо на Мишку? Ну этот у меня свафловая ссылка. Так, я понимаю, это я помню тоже, но ты тогда шел, помню, на Мишку. Ты сказал, Мишка, я Мишку. У меня другой будет, второй. Так ты на Хила идешь? Блять, ну это плохо. Я еще это бы хотел тоже взять. У меня там не ласт 3 не осталось вообще для РС или для СЛК. Да, зачем тебе с обычки счет из Гера бери? Дайте стол, мать. Бля, понимаешь, меня вообще, у меня нету ни счет, ничего, у меня подвеска. А подвеска мне-то зачем? Дайте стол, пожалуйста. Но я шел на СОУ. Нормально, у тебя свинья, я думаю. Не, у меня, я все говорю, у меня подвеска, мне подвеска не нужна. Я подвеской даже не пользуюсь, чисто для манерегенов. И то слабо. А счеты бы они к мне вообще были бы заходили бы. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Я же с собой одеваюсь, чего вы жалуетесь, ребята? Как оденься вас не смог. А, не, не хочу. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через... Тут урывается Олег. Хотя стоп, что? Блять, я на ловкость одел. Не заметил, все, я поменял, спасибо. Дай мне счеты, блядь. Зачем тебе собачки счеты? Да потому что у меня с Гера счет нету. Да у меня вообще нормальной трени нету, понимаешь? У меня подвеска, я же тебе говорю. Ты мне вот что. Вот. Так ты хилом ходишь? Я же тебя хилом не вижу.
Ну ладно, забирай. Сколько там? 6 секунд, 5 секунд, 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Пул. Давайте, Герт. Ел. Таун, один таун. Петух. Трёх сейчас бьем или ГП нахерачу по самые помидоры. Уже три или четыре, четвертый осколок падает. О, пояс. Говно. Похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Два завоевателя. Портал открылся, если что. Пойдем в центр.
Это ой, слышь. Ой, пошли с нами тоже нов. Будет. Думаю, выйти сыграет, у вас гильдия, если что там. А? Гильдия там есть или что? Где у кого? На офи. На офи у всех гильдии есть. На чем куйня? Ну, это понятно. У вас не играет. Мне вообще интересно, что будет, как будет вообще новый патч. Я уже жду его. Хреново там будет. Не, ну как, не хреново, вот на Легоне вот поиграл, но там, конечно, тоже пиздец. Мне Легон понравился. Мне после тоже. Не понравилось ничего. То есть было неинтересно. Легион был зашибись. Блин. Мне тоже понравилось там сидеть. Я бы даже не вылазил бы оттуда. Особенно даже вот чисто вот ППшки проходить. Даже интереснее стало. А то знаешь, ты здесь вот, допустим, ППшку проходишь, так взял, убил и все. А там, чтобы пройти ППшку, вот там надо реально знать тактику, чтобы ее пройти. Ну да, там, блядь, ХП как у боссов. Ну да. Там, да, конечно. Пройти, и еще надо на время пройти, чтобы получить шмотку и чтобы пройти в следующий уровень. Нифига. Но самое... Не обязательно время проходить. Не обязательно, но ты ж не попадешь на следующий уровень. А как я знаю, максимальный уровень там проходили, это до 25-го доходили люди. Все дальше не доходили. Но там они сделали так, что вот надо там реально чуть ли не всю жизнь задротить. То есть там надо постоянно и постоянно качаться, вот артефакты откачать. Это, конечно, жестко. Ну там уже прибавки очень маленькие. Нет смысла. Лучше там 75-го качать арты. Там, конечно, задры пиздят. А там еще и надо и английский тоже знать. Потому что там попадаешь с англичанами, либо с лучшими фильмами. Это вообще, конечно, пиздец. Так находишь гильдию, все нормально. А? Ну, гильдию русскую нашел, и все, и зайдись. Я в основном с англичанами сюда сижусь. Да с ними даже приятнее ходить, чем с... Ну, может, кстати, нифига. Не знаю, я с ними ходил, мне нравилось. Когда бурги попадали в рейд, постоянно косячили. Не, ну у них, знаешь, у них, кстати, такое понятие, допустим, если там человек, да, грубо говоря, пидорас, то все, типа, это метка для него, на всю жизнь его даже никуда не возьмут, того человека. Вот это мне даже больше всего нравится. А у нас, допустим, если человек, да, какой-нибудь там хуесос, да, там, серва, то кому-то, знаешь, кому-то пофигу, кому-то нет. Там уже все, то есть не узнали, что там человек такой-то, такой-то, все. То есть его никто не возьмет. Бейте трешак. Он может об этом персонаже уже забывать, потому что, ну, его никто не хочет взять. Либо с русскими такой попадаться, да и все. Там же онлайн большой, они все теряются. Не, онлайн-то большой, но, блин, некоторые люди ходят, допустим, там пофигу с кем, с россиянами, с немцами, там хоть с китайцами. А некоторые ходят чисто вот, ну, они вот не знают ни русский язык, ни китайский, ни немецкий. И они ходят чисто вот, знаешь, со своими. Но они, грубо говоря, хуесосы. То есть, все. Им некуда деваться. У них два выбора. Либо им надо забивать на этого персонажа, да? Либо надо, ну, либо идти там с русскими, с немцами. То есть, ну, учить там русский, английский. А, понял. Если ты тактику ты не знаешь. А если ты все знаешь, то, ну... Тебе язык не надо знать, чем они там общаются. Ты все знаешь, то есть, что тебе надо делать. Ну там такое. Ну типа гимн ХП. Поэтому с ними идти намного приятнее, чем ну, со всеми. Ну. Что там по хилу слышно, блять? Я один хилю. Не с этих людей. Надо подождать. А ловушки запускали? Нет еще.
Сейчас еще одну спущу. Так чего, ты пойдешь если что нов? Бывает. Новых пойдешь потом? Не знаю. Я вот только знаю, что Джерри он пойдет. Я пойду. Ну, можем, кстати, свою гильдию создать. Там. Мне вас тут стоят, хватает. Три мага, два ханта, два ШП и сова. Это обычка. Это обычка. Ну ты типа, ну ты этих валькир посадовал. Наверное, штук 20 было. Зайди, Абуль, сюда. Раньше идет Войд, все остальные в центре. Начинаем. Так слышал и так, что, кстати, Ренивал сказал? Я как понял, ты больше КМ собирать не будешь, только Ренивал. Отличные новости, народ! Конечно, да. Потекла. Ну, сегодня должен собирать. Ну, хай собирай, чем ты хочешь. Это на герой не попадаю, не могу. Компьютер забирает. Все творили. Резон. Да мне уже компьютер свой продавать, да и всех. На выкуплях. Крепочка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Я, короче, вчера выпила сидра и ролила лича у какой-то бичи гильдии Иршама. Никитос, встань под босса, зачем ты здесь стоишь? Так, напомни, что такое сидр? Я что-то помню, но что это за... Да, это типа физа. А, ёб твою мать, боская. Типа физа. Да, понял. Не, я давно его не пил. Я тупо даже толком экрана не видела и как-то умудрилась заролить. Ну я пил сегодня житейский гусь, а до этого пил... Там отец. Французский? Да, французский испортился, пиздец. Ну, не знаю его, пью сейчас нормально. Ну, свет лично хороший, а под этим... Пиздец темный нормальный сейчас. Там отец с Европы приехал, он какое-то пиво взял, что-то связано с букетом, вот так и называется букет. Но тоже такое пиво очень классное. Но оно не наше, там не российское, не белорусское, не украинское. Я не знаю, откуда оно. Но пиво, бля... Это было что-то с чем-то. А какое, какая еще лучше? Малахитовая петля или вот эта вот, которая... Малахитовая. Окей, спасибо. Тебе меткость надо там собирать. Это будет не такая меткость. Не, у меня меткость нормальная, у меня мастерство херово. Так, ты, подожди, это ты сейчас на кого хочешь собирать, что? Короче. Да я плечи так проебал. Надо кому-то. Кровь нужна кому-то. Золотой нужна, написала. Или он. Кто-кто? Золотая чаша, золотая. Просила. Или просил. Чувак, отпиши, пожалуйста. Ага, да, спасибо. Ряха спалила, и все, теперь ты зайка Войда. Которую он вчера кикнул. Это вот, слышишь, можно я в магазин схожу пока? У меня уже пиво закончилось, и уже скучно стало.
Далеко до магазина? Да, до магазина может минут 5 хотя бы. Как раз два босса, в принципе. Да что, можно? Слава. Молчит. Пойдем. Я после рейда выпишу. А, блин, у меня чехушки есть. Я забыл, сейчас я вам за ним скажу. А у меня сын есть? Не, у меня пока никого нет. Я холостяк. Да, я никто не нужен. Сначала я всякие предлагал, но она что-то мне отказала. Думаю, много. Что ты ей предлагал? Заехать к ней в гости. А вы в одном городе живете? Не, я сам с Минска, а она... Ты в Минске живешь сейчас? Да, она в Игиле или где она там живет, это не где помню. Где ты в Минске живешь? На Чернигове. Где ты в Минске живешь? А ты что, хочешь ко мне в гости приехать? Да вон 21-22-го, это приезжает. А, сосейка хохушка, что ли? Нет, сосейка... Нет, да, с России, я только не помню, где она живет. Там где-то от Минска выходит, мы считали с Кириллом, километров 500 вроде бы, или 600. Под Москвой она живет. Ну вот. БРДК. Таунтить или как? Да нет. Надо? Нет. Окей. Ты там это крикни, ты в самом Минске живешь? И... Ну конечно, в самом Минске. Хильте Пау. Вот, а я в Барвлянах. Да. А я там был когда-то. Не помню. Почему? Да, сейчас был. Нормально сделали ремонтик такой кап. Ну да, давно было вообще. А что, есть тот вредик, кто-то из Киева? Из Киева? Киева. Я знаю, что этот Бибов из Киева. Кто ты знаешь, он с Киева? А, ты с ним встречалась? Нет. Не? Кто этот? Он вроде элегантный мужчина. Он на Троещине живет, о чем вообще с ним можно разговаривать? То, что он живет? На Троещине. Не знаю, я... Жизнь дала трещину, переехал на Троещину. Я понял. Хорошо, но ты поймешь шутку, я думаю. Мы передадим. Шутку, это я понял. А, ребят, кто-то сбегайте, сдайте квест. А я сбегаю. А подождите, что, квест был? А что его не брал? Не брал? Нет. Иди возьми тогда. Сейчас на всех пора. Берите, кому надо. Прям так хорошо осколки падают в последнее время, жесть. В Гере, а вообще с каждого босса. Да нет. Или маг. У мага тоже квеста нету, я так понимаю. А ты сам бой-то откуда? Сибирь. О, я, кстати, в Сибирь поеду потом. Но точно не скажу, когда. Пройдите. И куда тоже? А мы точно там не определились, я не один поеду. Там предложили это сторожило, только не знаю. Я уже кое-что сдавал. 25-ка сдавал? 25-ка и 10-ка это разные вещи. Ну, я в 25-м же ходил, точно. Ты пока ивент зайду по-быстрому на минутку, хорошо? Какой взяли? Хотя не, у меня КД нету. Квест, где взяли? Я взял. Давай, а в Сибири, кстати, как у вас там? Я слышал, что типа если выйти с кружкой, ну, с горячим там чаем, кофе, неважно, то она там за считанные секунды замерзнет. Да, нихуя себе. Кому я отдал, не тому, кому я отдал. Даже плечи. Не хочу. Кому я плечи отдал? В принципе, при нормально все там долго рулить нормально. Да, блядь, долго рулить, смотри, меня это не волнует. Когда я кинул уже кому-то остальные роллы, это уже пусто.
поставили бы шкаф, мы бы сменили. Не продумано. Ой, пойду, наверное, курбу, пока этот ивент идет. Ну я не знаю, я не видел. Если кто-то там что-то сролил нормально, там я не тому дал, то передайте. Нет, так нет. Полиция Джерил продает ревнишь соранить 50 штуки. Ну даже точнее, да? Очень средки этих, они твои. Я вчера поменял эмблемы на всех своих персах и купил на это все 4 стака метрина. И 2 уже продал. Если кто-то хочет, по 2,5к. Даже, вам даже скидку сделаю за 2200. А кто сролил? А кто сролил? Слышишь, пишешь ты мне, напиши, кто сролил. Кто это? Почему он молчит? Или она? Кто там выродил больше, типа? А чё там такое было? Да Бакс ПМ пишет, блядь. Я хуй пойми, блядь. Ты не тому отдал, блядь. Мирмеладки. Что мирмеладки, блядь? Что это означает? Я тупой, блядь. Нельзя внятно написать. Ты отдал тому-то, этот сролил. Ты не ему не отдал, блядь. Она сролила. Мирмеладка, ты в РК? Запей его, давай бить уже. Да чё вы нахуй пишете-то, блядь? Я не вижу, чтобы она вообще что-то писала. Почему ты за неё пишешь? Не пишите мне нихуя, блядь. Не пишите и не звоните. Так, я первого как замедляю, нет? А нет. Шурупчец тут? Да. Ну, блядь, что поделать теперь? Позже кинула ролл, значит. Начинаем. Отличные новости, народ. Можете походить. Значит, скажи не к того, кому я отдал плечи, блядь. Что ты мне пишешь? Мармеладка, мармеладка. Что я тебе сделаю? Или чё, или я должен помнить вас всех, кому я чё отдавал? Походу идти, ага. Под зеленого подвести. Слава, под зеленого подвести. Танец.
все красные. Сценку ушли все к столу. Бегите от него сначала, пока он цель выберет. Извините. К столу. У него сейчас замедление кончится. Опять осколок. Да-да, они сейчас вообще, видать, дроп повысили. Жесть, что-то так они падали, когда я шейм делал. Рульте. Ну и сколько она кинула, и сколько этот хант кинул? Ну вот у ханта спроси, передаст он или нет. На продажу, кстати. Я думал, там паладину кому-то одеть надо. С чем такое одевать? Они стоят где-то 5-6к. Ну, если бомж ретрик какой-то, почему можно поносить? Пишет Бакс, ей одеть надо как раз. Ты, я правильно понял, ты мне про друида с пятой пати говоришь? Или нет? А, ДК качает, понятно. Очень хорошо. Ну и что ты от меня хочешь сейчас? Я говорю, ханту, я врываюсь, мне. Ребят, хильте. Или тебе непонятно? Ну вот у ханта спросите, отдаст или нет. Поздно кинул. По-рослому, значит. Полчаса уже прошло, вы что-то писать стали. Ну почему она не пишет тогда? Почему она ханту не написала? Почему ты мне пишешь? Потому что она хочет. Он ее сутенер. Так, я пойду пока кисти ищу. Я не вижу.
этим скрином к ханту. Ты знаешь, детишки поссорились и к мамке идут жаловаться. Ты должен вот их рассудить. Да нет, тут я не знаю, кинул он или не кинул. Долго ролил там когда... кто-то, я видел там кто-то больше кинул, но он долго ролил. Ну вот. И если... после того, как ты отдал. Да, если после того, как я отдал, то я вообще не собираюсь это обсуждать. Вы забейте, господи, чего вам это боешка? Терсова. Блять, вам это боешка, если у меня были заваляются. Что, боешка падала? Что за боешка? Да плечи. А, это можно, нужно было ролить. Ай, ба. Ты как моя девушка, конечно, только даже похоже. Как моя бывшая. Похуже, говорит. Я думал, там из-за кольца силы гнили кипиш какой-то. Если она, наварит, знаете. Давай, если она качает ДК и будет танком, и будет танчить рейды, то давай я с хантом поговорю тогда. В противном случае, если там ФДК, либо ДК-ДД, то я не буду ни о чем говорить. Бабс, хочешь бабок тебе подкину? То ДК на сервере как говна просто. Макгрегор знает, спасите его. Да блять, харе, топнуть не успевает. Там Квокер знает. Не, ну скажи же, Макгрегор, тебя в ДК сколько раз просили спекаться? Сколько раз ты танчил рейды? Ему псих один КГП как накинул. То, что он не сделал спека ДК. У меня на шипе до сих пор спека ДЦ или холика нет. Я, кстати, потихоньку за ДК начал поигрывать, ну чтоб на дичат спекаться. Эволюционирую. Ты бы третий спек сделал. Не, ну я думаю, обыграть ситуацию на дича, а мы холиком идти. Куда лишь ДК? Не, ФДК заебись. Слышь, то теперь Анквокер точно в рейду будет попадать. Ты сегодня бимов его возьмёт. Он у меня тогда забрал, блин, с лича этот топор. Вот видишь, тем более. На прошлой неделе. Нормальных пацанов топоры забирает, нахер он не забирает. В идеале, братан, если бы его не было, я бы забрал. У тебя не было в рейде, как бы ты забрал. Ну если б я был. Нахер вы делаете этих ФДК? Ну, бля, модно. Вот я сделала ДК, меня все равно не взяли. Просто не обязательно на рейд брать 6 галатинов, можно взять одного фрос ДК. Также можно взять Сруб Ханта и Йен Ханта. И Аркан Мага. И БМ Ханта. Рейд рассчитан так, чтобы взять всех по 20 ДК. Слышишь, возьми в рейд, пожалуйста. Солхан, 5 КГС. Не, просто говорят люди об этом, которые не собирают рейд. А потом РЛ Олег попросит, делай АДК, и ты просто, ну, язык в жопу засунешь и побежишь и сделаешь. Потому что надо шмотки. Я всегда говорил всем, я ДК, наверное, штук 5 принял в гильдию и пишу. Ребята, говорю, ФДК берут редко в рейд. ЭВРСку, если что, делайте в основном АДК, БДК, тогда вы 100% оденете любой спек. Пошли запустить. Кстати, после того раза, когда... Вы одеваете, если вы не можете играть. Пусть меня, пожалуйста, Талдорама. Инеры шаману, пожалуйста. Родитесь болью. Моя часть.
Террагос — это очень хороший игрок. Короче, Бибоп меня стал Энхом брать все время в рейды теперь. Прольется кровь. Думаешь, ты его Шаму можешь спекать? Ну, он меня там спекает только на Синдре. Но я всегда раньше Аршамой же ходил. Ну, иногда надо отдохнуть от этого спека. Ну, потому что есть типа еще Аршамы. Такое. Что, ребят, нужна кому-то гора? Угу, на успех. Я просто надеюсь, что хоть сегодня она упадет. Что-то людей так не делают. Слева. А чего я нет? Что там упало? Блять, где труп? Во. Кольцо на херу. Это сколок упал. Грудь. Эрдру. Грудь пострадал. Вот, забыл квест дать. Пойду, пока вы трэш бьете, сбегаю, сдам. Так? Потом затащу. Блять, не то рольнул. Ну чё ты? Там же он золотая разбила. Окей, давай левого, я правого. Просто ли. Всем привет. Привет. Здорово! Привет. Так громко получилось.